8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. А также в этот день Русская Православная Церковь отмечает День памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями брака. Напомним, что День семьи, любви и верности берет свое начало из города Мурома Владимирской области, где покоятся мощи святых Петра и Февронии. Несмотря на то, что этот праздник сравнительно молодой, его начали отмечать с 2008 года, он сразу же полюбился россиянам, и празднование его стало традиционным. Символом этого замечательного праздника стало ромашка, так как праздник приходится на лето, он ассоциируется с цветами, а ромашка издавна считается символом любви и к тому же является самым распространенным цветком в России. Заместитель директора муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа молодежно-подростковый центр Наталья Ушакова пригласила жителей принять участие в акции, посвященной Дню семьи, любви и верности, которая проходит на территории АГО не впервые. 8 июля 2015 года в городе Артемовский, в сквере Победы, муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа, молодежно-подростковый центр, совместно с местной православной религиозной организацией «Приход во имя святого пророка Божия Ильи» проводят акцию, посвященную Дню семьи, любви и верности. Уже по сложившейся на территории Артемского городского округа традиции в рамках этой акции будет проходить семейная фотосессия, принять участие в которой смогут все желающие семьи. По окончании фотосессии семьи смогут получить фотографии на память.